Всем привет, друзья! Меня зовут Кирилл Антонов, я автор-исполнитель. Буквально сегодня я закончил писать новую песню, которая называется «Ну, здравствуй, брат». Эта песня посвящена моему старшему брату Николаю. И если вам песня понравилась, то обязательно поставьте лайк, поделитесь с друзьями и прокомментируйте. Ну здравствуй, брат, ну как дела? Давай пожмем друг другу руки. Нас разделяли города, мы столько лет живем в разлуке. Пусть седина твоих висков не станет поводом печали, и нам с тобой не нужно слов, чтоб мы друг друга понимали. А помнишь, в детстве босиком на речку бегали рыбачить, и солнце луч перед дождем по всем дворам, по окнам скачет, и журавлиный клин с небес на все из детства шлет приветы, и вдоль калитки строй берез наряды осени одеты. И вот мы сядем за столом, поднимем тост за нашу встречу, под шум дождя, под треск печи, накроем стол, зажгутся свечи, и мы до самого утра в ночной беседе утопая, пускай горит, горит свеча, не угасая. Пускай горит, горит свеча, не угасая. А помнишь в детстве юных дней, когда с утра еще с просонок бежали к елке, кто быстрее, а там жираф и медвежонок, и кошка Тося вечно спит на печь, забравшись от мороза, январь за окнами свистит, танцуя с белою березой. И все так просто и легко, когда два брата просто рядом, когда ты делишься теплом своей души, теплом от взгляда. Огонь свечи почти погас, аккорды тише все звучат. Дай Бог нам встретиться не раз. До новых теплых встреч, мой брат. Тогда мы сядем за столом, поднимем тост за нашу встречу, под шум дождя, под треск печи, накроем стол, зажгутся свечи, и мы до самого утра в ночной беседе утопая, пускай горит, горит свеча, не угасая. Пускай горит, горит свеча, не угасая.